Недавно я работал над треком, спродюсированным Alberto Buff. Отличный продюсер и его артисткой Кай. Кай, она очень хорошая певица. Я получил трек, в котором была некоторая уникальность. Песня называется «St. Buffs». Мне нравится эта песня, я считаю, эта песня очень хорошая. Я хотел, чтобы бэк-вокал был уникальным, но не терял музыкальность. Я заметил, что у меня много одних и тех же частот на бэках и на основном вокале, и я не могу получить основной вокал отдельно от бэков. И вот что я сделал, чтобы исправить это. Я покажу вам, что я получил. Это было до. Если я добавлю основной вокал, у меня получится... Как видите, тут не очень много места, чтобы посадить основной вокал. Я подумал, что я мог бы применить MS-технику. Я только что открыл это. Я должен сказать вам, я типа немного опоздал на вечеринку. Я использую FabFilter Pro EQ уже 3 года. Но еще не пробовал его MS. Что вы можете сделать? Перейти сюда и выбрать в Channel Mode Mid-Side на этой частоте здесь. Я обрабатываю только середину на ней. Давайте я покажу вам частоты, которые я прибрал в середине. Окей, а здесь? На сторонах я захотел немного усилить 5 кГц на сторонах. Не люблю повышать слишком сильно верха на бэк-вокале, потому что я хочу, чтобы верха на основном вокале были преобладающими в этом диапазоне. Но для меня это хорошо звучит здесь. Послушайте без этой обработки. И с ней. Я заметил, что правая сторона стала немного громче, чем левая. Это не редкость. Я подниму левую сторону примерно на 1 дБ и правую меньше на 0.5 дБ. Я проведу всю обработку в дуал-режиме. Далее я беру, выглядит так, будто это какой-то древний плагин расширения. Я не знаю почему, просто так подумалось. Пожалуй, я попробую его на этом вокале, посмотрите. Ух, чуваки, теперь я счастлив. Итак, мы добавили плагин расширения к бэку. BrainWorks делает хорошие расширители. Мэтью Лейн, доктор МС, есть несколько компаний, которые делают очень хорошие расширители. Итак, расширение. Мы убираем немного середину, повышаем немного прозрачности на сторонах, и затем расширяем это. Давайте проверим, как основной вокал будет сидеть теперь. So off the charts that I'm living it up. I ain't going back to the old days. Pretty neat, huh? Здорово, а? Yes, I love this. Да, я люблю это, чуваки. Увидимся через неделю. I hear your voice.